Урочисті збори з нагоди святкування професійного свята, Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення оголошуються відкритим. Від імені Одеської обласної державної адміністрації я хочу щиро привітати всіх вас з професійним святом. Тобто ви ті люди, які створюєте якість життя. Я розумію, що в умовах реформ доволі це все непросто. Але я хочу з впевненістю сказати, що спільна робота Одеської обласної адміністрації, міської ради, міського голови, обласної ради дає вже певні результати. Ми бачимо стратегію розвитку території. Ми бачимо, як треба залучати і фахівців, як треба залучати сучасні технології, сучасну техніку для того, щоб облаштувати наше місто і наш регіон. Я хочу побажати вам здоров'я, натхнення, впевненості в завтрашньому дні і розуміти, що ми є патріоти свого міста, нам тут жити і працювати, і давайте разом його будемо робити краще. Дякую. У меня не на словах, а на деле глубокое уважение ко всем направлениям нашего жилищно-коммунального хозяйства города. И благодарен за такую хорошую, результативную работу на протяжении всех этих годов. Начиная с нашего флагмана города Электротранса, который мы смогли поднять из руин, в прямом и переносном смысле этого слова. Руины были в наших мастерских, сегодня это... Я не скажу передовые предприятия, но предприятия, на которых работают люди и созданы человеческие нормальные условия. Так вот задача моя, я перед собой вижу эту задачу. Главное поддерживать те инициативы, которые у вас есть. Поддерживать и помогать их внедрению. Мы впервые создали скорую коммунальную помощь. Мне очень приятно, что впервые за общее существование, наверное, ну по крайней мере за годы независимой Украины, у нас появляется спецодежда. Это очень правильно, что, во-первых, это красиво, а с другой стороны, это практично. Это практично и правильно, это должно быть. Это впервые мы ушли от того, чтобы привлекать к раскопкам, вы знаете, ну, рвет трубы, старый фонд, теплоснабжение. И мы привлекали всегда подрядчиков, платили им деньги. Может, я не знаю, не хочу никому плохо сказать ни о ком, но, наверное, кому-то было так удобно. Вместо того, чтобы наши имеющиеся мощности и возможности использовать и дать заработать нашим же сотрудникам. Поэтому мы все практически раскопки города, которые сегодня проводим, выполняют наши подразделения. Это также и команда. Спасибо огромное всем и всем подразделениям, работникам горзелентреста. Колоссальная работа. Колоссальная работа. Чуть больше 300 человек работает, миллионный город. Благодарен за ту работу, которую вы проводите, создание комфортного общественного пространства. Это действительно радует людей. Тысячи людей в Парке Победы. Тысячи людей сегодня, гостей нашего города в Стамбульском и Греческом парках. На очереди еще целый ряд парков и зеленых представительств, которые мы с вами организуем. Спасибо огромное вам за тот труд, который вы выполняете ежедневно. Вы сегодня те люди, от которых зависит наша жизнь, вот, быт. А что нам еще больше нужно? Нам надо жить в комфортном, красивом городе. Нам нужно понимать, что в этом городе есть люди, которые будут делать его краше и комфортнее. С праздником! Спасибо вам большое!